Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице, где буквально с минуты на минуту начнется поединок первого тура второй части чемпионата в высшем дивизионе. Пусть это противостояние для обеих команд и не является стартовым на данном этапе турнира, все равно к этому поединку будет приковано повышенное внимание, как и ко всем иным матчам этого игрового уикенда. «Динамо Легион», а если быть точнее, то «Легион Динамо», именно легионеры являются сегодня номинально хозяевами поля. Великолепная вывеска для великолепного дня, Дня защитника Отечества. Я вас всех с этим праздником поздравляю. Футболисты уже провели все традиционные предматчевые ритуалы. Главный арбитр встречи также готов дать свисток, возвещающий о начале этого поединка. И отсчет времени у нас пошел. Давайте быстренько знакомиться со стартовыми составами играющих команд. По своей традиции начинаю я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Динамо» в традиционных синих цветах сегодня выступает. Привыкли мы, конечно же, называть динамовцев бело-голубыми, но вот в зимнем варианте экипировки превращаются они, знаете, в команду, которую, наверное, исходя из цветов, правильнее было бы называть сине-голубыми. Но, отдавая дань уважения этому коллективу, отдавая дань уважения традициям, безусловно, динамовцев бело-голубыми будем называть. Итак, в воротах у «Динамо» Игорь Гришин под своим традиционным 30-м номером, Евгений Корнилов 3-й в центре обороны, Кирилл Орлов 18-й справа, Илья Чижиков 6-й слева, Андрей Тынянный 17-й в центре полузащиты, Валерий Леонов 11-й слева, Никита Митин 79-й справа, и на острие атаки Дмитрий Голышев. Стартовая восьмерка динамовцев сегодня руководит действиями футболистов Кирилл Орлов, выполняет он обязанности не только капитана, но и наставника коллектива. Антон Тимофеев отсутствует сегодня на стадионе, отсутствует он, насколько я знаю, и в Москве, и почти уверен, наверняка смотрит сейчас за происходящим на Флотской в прямом эфире. Передаю ему, конечно же, большой привет. Легион красно-серых традиционных цветах сегодня выступает, а тем временем динамовцы очередную атаку проводят. Но Александр Дементьев, голкипер Легиона, вручает свою команду, выйдя из ворот, сократив угол обстрела, а затем в прыжке мяч отобрав. Дмитрий Неруков 33-й слева в обороне, Игорь Дормаков 77-й справа, Максим Белокрылов 18-й в центре обороны, Александр Седов 17-й капитан команды в опорной зоне, Максим Ларин 10-й и Виталий Абласов 88-й чуть повыше на острие атаки, Попин Казарян номер 7-й. Три футболиста у динамовцев на скамейке запасных. Александр Локтионов, Павел Фарафонов и Сергей Анохин. Два у Легиона, Сергей Миронов и Вячеслав Андрианов. Следовательно, у наставников обеих команд есть варианты для того, чтобы игру разнообразить в случае необходимости. Ну а у нас есть 60 минут на то, чтобы насладиться этим великолепным футболом. Главный арбитр встречи Максим Каплин, ваш комментатор Никита Лаврентьев. Пару слов и о турнирных раскладах. После одной проведенной встречи у динамовцев в активе 3 очка. Минимальная виктория над ЦДК в прошлом туре 2-1. У легионеров пока в активе 0 набранных баллов. Важнейшим с турнирной точки зрения противостоянием с APC не удалось зацепиться за очки, но это еще ничего не значит. Каждая отдельная история во второй части сезона — это отдельная битва. Здесь даже одно, два или три поражения подряд еще не могут поставить крест на амбициях команд. Тем более, что в отличие от динамовцев, которые ставят перед собой максимальные цели в нынешнем сезоне, у «Легиона» задача несколько попроще. Команда планомерно развивается из сезона в сезон. Учитывая то, что в первую восьмерку легионеры уже попали и выпасть из нее не могут ни при каких обстоятельствах, можно говорить, что историческое достижение удалось. Как минимум восьмое место по итогам чемпионата легионеры займут, ну а
Если удастся еще и подняться на парочку позиций вверх, то тогда в следующем году легионеры вполне могут и в Еврокубках поиграть. Безусловно, это одна из задач красно-серых на этот сезон. Динамовцы классно провели первую половину сезона, долгое время лидировали в турнирной таблице, но в последнем туре уступили в драматичном поединке Неве 2-4, та встреча завершилась, и в конечном итоге остались без зимнего чемпионства, пропустив к вот этому промежуточному трофею, назовем его так, Интер. Более того, динамовцы, проиграв Неве, опустились аж на третью строчку. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что очки в первой части чемпионата набранные никоим образом не сохраняются на вторую половину. И поэтому все начинается с самого начала. А Динамо как раз-таки начало вторую половину сезона с победы, как я уже говорил, над ЦДК. Важнейшая виктория как в эмоциональном, так, конечно же, и в турнирном плане. Ну и к сегодняшнему противостоянию динамовцы подходят с хорошим настроением. С неплохим настроением подходит, на самом деле, и легион. Пока у нас была зимняя пауза в чемпионате, а также импровизированный перерыв, связанный с погодными катаклизмами, легионеры провели несколько интересных спаррингов, в том числе и с динамовцами, как раз-таки в те выходные, когда тур был отменен из-за сложных погодных условий. Встречались здесь на Флотской легионы «Динамо» и выявить сильнейшего не смогли. Встреча завершилась результативной ничьей. Так что поводы для оптимизма, безусловно, у легиона сегодня присутствуют. Но, понятное дело, одно дело товарищеская игра, где можно себе позволить какие-то перестановки кадровые, попробовать наигрывать определенные тактические заготовки, а другое дело официальная встреча, второй матч после перерыва. Здесь цена ошибки будет в разы выше, и понятное дело, что динамовцы, фаворит сегодняшнего противостояния, большую часть встречи будут проводить как раз-таки на половине поля Александра Дементьева. Несколько раз уже приходилось вступать по первым минутам Дементьеву в игру. Сыграл надежно голкипер легиона и один из лучших футболистов команды по первой части нынешнего сезона абсолютно точно. Поспорит он за это право, наверное, с Папином Казаряном, лучшим снайпером команды. Но вот сегодня, безусловно, на первый план выйдут, наверное, именно действия в обороне легиона. Насколько удачно удастся сдерживать натиск оппонента в лице Дмитрия Голышева, Валерия Леонова, Никиты Митина, Александр Локтионов и Сергей Анохин, безусловно, появятся сегодня на газоне по ходу встречи. Вот от этого во многом и будет зависеть исход сегодняшнего матча. Свои шансы, безусловно, легион в атаке дождется, тем более, что показывают хорошее взаимопонимание Папин Казаряна и Виталий Абласов. Именно эти два футболиста, к слову, и отличились в поединке против APC. Казарян забил первый гол, а во втором случае как раз-таки ассистировал он Абласову. Так что в быстрых атаках есть определенное преимущество у легионеров. Опять же, учитывая, что динамовцы, безусловно, будут атаковать большим числом, особенно пока счет не открыт, или же если легионерам удастся забить первыми. От Папина Казаряна покидает мяч пределы поля, по мнению главного арбитра встречи. Немножко поспорил форвард с арбитром, дабы показать ему свое несогласие. Александр Седов моментально успокаивает своего форварда, призывая сконцентрироваться на игре. Абласов откидывает мяч назад Дармакову. Наверное, одна из первых таких по-настоящему позиционных атак легионеров. И завершается она падением и назначением штрафного удара. Папин Казарян
поставил корпус, получил удар по ногам и оказался на газоне. До ворот, конечно, далековато, но и отсюда, в принципе, конечно, можно попробовать пробить. Игорь Тормаков сейчас попробует поразить ворота Игоря Гришина. Всего одного футболиста Гришин выставляет в стенку, но и удар у Тормакова получается, ну, скажем, прямо бесхитростным, прямо по центру. И без каких-либо проблем кулаками Гришин мяч отбивает. Будет второй стандарт подряд, на этот раз угловой от левой бровки. Казарян отправляется его подавать. Расстрельная передача, Гришин вступает в игру, и вот сейчас есть возможность для контратаки как раз-таки у «Динамо». Говорили мы, что скорее «Легион» будет контратаковать сегодня, но вот после таких атак можно нарваться и на выпад на собственные ворота, но здесь уже Чижиков загубил момент. Впрочем, мяч он для своей команды сохранил, за боковой игра возобновится, и у нас 10 минут тем временем на самом деле уже позади, и первые замены проводит тренерский штаб динамовцев, причем сразу двойную. Сейчас разберемся, кто появился на поле. Ну а этот вот мяча из боковой своих дивидендов не приносит. Стараются легионеры выйти из обороны в атаку через пас, но высоким прессингом накрывают динамовцы своего оппонента вблизи его штрафной. И понятное дело, что от длинных передач в такой ситуации избавиться не получится. Орлов на коротке пытался отыграться с партнером, но Виталий Обласов пас перехватил. Тыняный налево, Чижиков. Хорошая передача. Тыняный на ударной позиции. И 1-0. Открыт счет в сегодняшнем матче на 12-й минуте. И здесь помимо непосредственно самого гола Тынянова, необходимо отметить и голевую передачу Сергея Анохина, появившегося на поле в последней паузе. Она вроде бы выглядела логично, вроде бы выглядела напрашивающейся, но на скользком покрытии получилось все как нельзя лучше. И на 12-й минуте динамовцы в счет открывают, а Андрей Тыняный становится автором первого гола в сегодняшнем матче. Очень хочется надеяться, что не последнего. Тыняный, к слову, во второй части сезона еще пока не забивал. Это его первый гол. Насколько нам известно, подсчет забитых мячей, голевых передач, желтых-красных карточек во второй части сезона ведется заново, так как якобы новый турнир начинается после зимнего перерыва. И поэтому такое уточнение, наверное, все-таки важно делать. Ну а в сезоне, в чемпионате, это уже 13-й мяч для Андрея Тынянова, при том, что не так давно он за динамовцев выступает. Еще много команд поменял Андрей Тыняный за свою карьеру на севере. Вот в прошлом году играл за «Штурм», играл за «Северный альянс». До этого были «Терминатор», «Беда». В общем, во многих топ-коллективах севера он успел поиграть. Даже в первую лигу отправлялся на полсезона. Там, конечно же, поражал своей результативностью. Но даже его голевых свершений не хватило в итоге «Северному альянсу», чтобы подняться из подвала турнирной таблицы. Ну что ж, 1-0. Динамовцам быстрый гол удался с некоторой поправкой. Случился он на 12-й минуте. Привыкли мы в ЛФЛ считать, что гол считается быстрым, если забит он в первые 10 минут. Но суть происходящего от этого не меняется. Легиону не удалось сдержать стартовый спурт оппонента. И он в итоге увенчался голом. Теперь отсиживаться в обороне большими силами, наверное, не так важно. За минимальное поражение дополнительных очков
не начисляют, при том, что открытые зоны, открытый футбол, наверное, все-таки в такой ситуации будет на руку именно фавориту встречи, которым является, напомню, «Динамо». Снова в атаке бело-голубые. Разыгрывают мяч на коротке, но на этот раз передача, проникающая в штрафную, не проходит. Ну а здесь защитники «Динамо» нам привет передают. В считанных сантиметрах от камеры пролетел снаряд после того, как его Евгений Корнилов в аут выбил. Дермаков. Возобновилась игра. Не тратит время «Легион». Разыгрывая стандарты. Дементьев. Длинная передача. Казарян. И нарушение правил. Еще один фол фиксирует арбитр. Понятное дело, что на таком скользком покрытии даже малейший толчок в конечном итоге приводит к потере равновесия. И этого порой хватает. Вот он момент у Александра Седова. Под правую ногу мяч убрал капитан после великолепной проникающей передачи из глубины. Но пробить толком не получилось. И Гришин уже без труда мяч в свои руки забирал. Легион имел отличный шанс сейчас для того, чтобы счет сравнять. Но упустил его. Тормаков. Красивая передача пяткой. Продолжается борьба вблизи штрафной площади «Легиона». Это, понятное дело, опасно. Вот она и потеря состоялась. Но быстро себе мяч красно-серые возвращают. Обласов. Седов. Один в центре поля. Принимает мяч. Продвигается вперед. Но бить отсюда уже было неудобно. Да и передача на Казаряна получилась не самой точной. Дементьев от чего-то не стал брать мяч в свои руки. Достаточно много сумбур у нас последние минуты. Не устраивает это ни одних, ни других. Как всегда эмоционально Кирилл Орлов свои претензии партнерам высказывает. Гришин. Через пас выходят динамовцы на чужую половину. Чижиков в центр. И затянул уже здесь передачей Никита Митин. Долго ее ждал Илья Чижиков. И когда все-таки Митин отдал ее, мяч перехватили. Фол фиксирует рефери в центре поля. С помощью рук Андрей Тыняной оттеснил от мяча Александра Седова, а затем досталось ему от попина Казаряна. Наступил он на ногу своему сопернику, приносит извинения. Ну а «Легион» быстро разыгрывает, как только судья разрешил это сделать. Обласов налево передачу отдает. И опять же небольшая неточность на скользком покрытии приводит к потере мяча. Гришин слабую передачу отдает, и Казарян здесь здорово эпизод прочитал, но затем, насколько здорово сыграл в отборе, также неудачно отдал передачу. В атаке «Динамо» правым флангом она развивалась, и вновь не удается футболистам равновесие сохранить. Сегодня днем на самом деле поле было в очень хорошем состоянии, но вот, видимо, с заходом солнца и постепенным процессом холодания, все-таки все более и более оно становится скользким. Уже несколько таких достаточно нелепых падений мы с вами увидели. Приходится подстраиваться футболистам, а безусловно это сказывается на зрелищности. Но вот существует мнение, что на таких полях разница между сильными
и уступающим им в классе командами как раз-таки увеличиваться. Но вот Кирилл Орлов потерял равновесие на ровном месте, и Легион получил возможность в контратаку убежать. Удалось лишь угловой из этого наступления выжить Виталию Обласову. Хотя так-то выглядело очень перспективный. Подача. Здесь без труда динамовцы разряжают обстановку в собственной штрафной. Неруков из-за боковой. Вводят мяч. Седов, заброс. Но это мяч для Игоря Гришина. Потеря. Перехватывает мяч динамовцы. Локтионов. Пяткой откидывает мяч Чижикову. А вот ответная передача не проходит, виной тому Максим Ларин. Именно он прервал ассист Чижикова. Хотя долгое время не могли понять футболисты, какое решение именно арбитр принял и кто должен возобновлять игру. Ларин здорово принимает мяч. Дармаков разворачивается и приходится ему отыгрываться назад. Белокрылов. Длинная диагональ. И здесь фол. Нарушает правила Александр Седов. Скорее от досады, что не удалось ему обыграть оппонента. Игра остановлена. Но вот после первого гола, который на 12-й минуте Андрей Тынян и провел, темп игры у нас несколько упал, на мой взгляд. Подуспокоились динамовцы. Своей задачей минимум на стартовый отрезок первого тайма они справились. И не сказать, чтобы отдали инициативу сопернику, но вот Легион как минимум не хуже сейчас выглядит своего оппонента. И в атаку неплохую уходит Максим Белокрылов. Номинально центральный защитник подключился к наступлению. Немного даже смутив меня этим. Не ожидал я увидеть новичка легионеров на острие атаки, даже в такой позиционной атаке. Обласов, подкате и фолит. Виталий Обласов. Позволяем своим партнерам вернуться в оборону. Четко в отборе действует Белокрылов. Угловой зарабатывают динамовцы. Быстро его разыгрывают. Всей командой буквально атакуют. На своей половине поля остается только Евгений Корнилов, который стережет Папина Казаряна. Вот ровно для таких ситуаций в контратаку бежит Легион. 3 в 3 она развивается. И без нарушения правил здесь мяч динамовцы отбирают. Так же, как и без фола возвращает себе снаряд Легион. Серия взаимных потерь. И удары за пределы штрафной. Может быть, немножко и поторопился Валерий Леонов, по-моему, это он был. Но, тем не менее, на ударную позицию-то он выбрался и имел, что называется, право пробить. Но у нас тем временем главный арбитр встречи небольшие дисциплинарные беседы проводит с футболистами, которые завелись и в пару жестких стыков пошли друг против друга. Но пока без желтой карточки обошелся Максим Каплин. Действительно, игра не грубая и лишний раз
понятное дело, горчичниками налево и направо сыпать не стоит. Но если страсти продолжат накаляться, то, безусловно, желтый прямоугольничек из нагрудного кармашка появится в руках главного арбитра встречи. Тормаков играет на Обласова. В окружении сразу двоих оказывается Виталий Обласов. Выбирается из этой ситуации передачей на Попина Казаряна. Но тот изначально находился в не самой лучшей позиции относительно опекавшего его соперника Евгения Корнилова. Чижиков играет налево. Леонов. Подача в штрафную. Подсказывал Кирилл Орлов, что некому там отдавать передачу, но уже загнал себя в тяжелое положение Леонов. Загнали его туда скорее партнеры и поле. Ну и приходилось выполнять передачу. Благо, что там уже и подключились партнеры и за мяч поборолись. Очередная потеря из-за скользкого поля. Не думаю я, что Виталий Обласов потерял бы мяч в такой ситуации в летний период. А у нас 5 минут до конца первого тайма тем временем остается. Достаточно живо первый тайм проходит, при том, что, наверное, сказать, будто бы матч при сверхскоростях, наверное, нельзя. Тем не менее, нерв игры держит. Счет минимальный, что, безусловно, такому поединку только во благо. Вот на прошлой неделе комментировал я встречу Беды и МЗКП, и там, к сожалению, уже к 10-й минуте все было ясно. Команда Ивана Логинова здорово провела блицкрик, забила сразу 3 безответных мяча, и по большому счету интрига встречи умерла. Что-то подобное видели мы в прошлом туре в подгруппе А, когда Интер буквально разорвал Неву с неприличным счетом. Мой коллега Александр Седов комментировал для вас эту встречу. Но вот сегодня подобного нет. Хотя, понятное дело, что столь разгромного результата в этой встрече ждать изначально не стоило. При том, что динамовцы на самом деле являются крайне неудобным для легионеров соперником. В рамках высшего дивизиона легионеры ни разу не обыгрывали бело-голубых. И в их активе всего одна ничья в прошлом сезоне, во втором круге команды разошлись миром 3-3. Но вот если брать всю историю противостояния этих двух коллективов, Легиона и тогда еще Династии, то мы с вами помним, как в рамках Кубка Севера Легион по пенальти обыграл бело-голубых и прошел следующую стадию розыгрыша кубка, тогда еще являясь командой первого дивизиона. Ну вот и первая желтая карточка на 28-й минуте получает ее Максим Ларин за срыв перспективной атаки. Но уходил от него соперник, и ничего не оставалось, кроме как действительно фалить в этой ситуации. Наверное, все он сделал правильно. Разыгрывает мяч динамовцы. Неплохой розыгрыш. И пробивал Илья Чижиков уже из пределов штрафной площади своей убойной левой ноги. Чуть-чуть в створ не попал. Забить сейчас Динамо. И это был бы один из красивейших голов этого тура. Ну, вообще, сегодня уже несколько матчей в рамках высшего дивизиона прошло.
ЦДК с минимальным перевесом обыграл Гефест 1-0. Этот матч мы, безусловно, хотели показать в прямом эфире, однако на этот раз погодные катаклизмы помешали нам провести нашу работу. Техника буквально не выдержала и на морозе отказалась работать. Ну а часом позже Интер ожидаемо оказался сильнее APC. Да, победа не получилась разгромной, как неделю назад, но вот по игре все-таки на Радзуре выглядели лучше оппонента, значительно лучше оппонента, и заслуженно пополнили свой актив еще 3 баллами. Таким образом, у нас по прошествии 2 туров у 2 команд по 6 очков. Может быть, это у Интера, который уже в активе имеет 6 зачетных баллов. И Динамо, если сегодня добьется победы над Легионом. Тняней в атаке динамовцы. Это последняя, наверное, атака первой половины. И действительно, как только мяч оказался в районе где-то центральной линии поля, сразу же и прозвучал свисток главного арбитра встречи. Отправляет он команду на перерыв. Что ж, дорогие друзья, отдохнем и мы с вами. Подходит к концу перерыв в матче первого тура второй части чемпионата в высшем дивизионе. Легион Динамо 0-1 после стартовых 30 минут игры. Динамосы впереди благодаря голу Андрея Тынянова. В целом, если резюмировать события первого тайма, то нужно отметить, что динамовцы очень здорово начали первую половину. Провели мощнейший стартовый спурт, итогом которого и стал гол Андрея Тынянова. Но вот затем, забив, немножко хватку расслабили, позволили Легиону отодвинуть игру от своих ворот. Пару опасных моментов легионеры создали. Лучший из них был у Александра Седова, который классно открылся под передачу из глубины, но пробивая с правой ноги, толком пробить не сумел. И в итоге Игорь Гришин без труда мяч свои руки забрал. Что ж, у нас еще 30 минут великолепного футбола. Интрига в этом матче жива. И это, безусловно, важнейшая составляющая сегодняшнего поединка. 0-1. Фаворит ведет в счете. Но Легион выглядит сегодня очень и очень неплохо. Хотя напомню, что динамовцы являются одним из самых неудобных соперников для команды Александра Седова. И вновь первые минуты тайма проходят под диктовочку бело-голубых. Вот и первый момент создали динамовцы. Вступил в игру Александр Дементьев, свою команду выручил, вступает. И сейчас еще одно спасение, но атака продолжается. Но здесь Виталий Абласов здорово все прочитал и своей штрафной мяч забрал. Попытались легионеры разжаться в контратаке. Длинная передача на Вячеслава Андрианова не прошла, но угловой легионеры заработали. Александр Седов будет выполнять подачу от углового флажка. Нет, разыгрывают мяч красно-серые. И вот только сейчас последовала подача, но здесь защитники динамовцев надежны и сконцентрированы. Дармаков попытался забросить мяч поближе к штрафной, не получилось, и контратака динамовцев. Анохин, передача в центр. Здесь Снеруков на пару с партнером мяч отобрали. Андрианов здорово корпусом поборолся и мяч сохранил. Абласов. Еще одна передача в направлении Вячеслава Андрианова, но на этот раз слабовато она вышла, а затем Андрианов-старший правила нарушил. Но вот если в первом тайме динамовцы атаковали почти без остановки добрые 10-11 минут, то на этот раз подобного своему сопернику Легион не позволил. Моментально рожался в своей быстрой контратаке и
заставил вспомнить динамовцев и о том, что нужно собственные ворота оберегать. Митин. Контролирует мяч динамовцы. Выжимает Белокрылов своего оппонента к угловому флажку. Но удается мяч сохранить бело-голубым. Орлов в штрафной, падение, но здесь не было нарушения правил. Никто и не выпрашивает у Максима Каплина пенальти. Вообще Кирилл Орлов не так часто забивает. Зато довольно немало голевых передач в течение сезона отдает. Вот, например, в этом сезоне на счету Кирилла 6 голевых ассистов. И по этому показателю вообще в истории «Динамо» он является одним из лидеров команды. В частности, голевые передачи удаются Орлову, потому что он является штатным исполнителем угловых. Вот именно сейчас капитан и отправляется подавать корнер от правого фланга. Следует передача низом. Опасно, но разряжает обстановку «Динамовца». И еще один момент. Кирилл Орлов недоволен тем, что ему передачу не отдали в этом эпизоде. Ну а тем временем Александр Седов извиняется перед Ильей Чижиковым. Досталось защитнику динамовцев в одном из единоборств. Но атака бело-голубых продолжилась, игру никто не остановил. И лишь когда мяч покинул пределы поля, пауза, необходимая защитнику, и появилась. Орлов. Играет еще правее. И проходит передача Кирилла Орлова на вес штрафную. Какой момент. Выручает свою команду Александр Дементьев. Хотя показал, что немножко ворота голкипер потерял. Но сумел справиться. Избежал легион гола в этом эпизоде. А «Динамо» продолжает атаковать. Вновь низом разыгрывают угловой бело-голубые. Подача. Отбирают мяч легионеры. Ларин здорово из-под прессинга выходит. Абласов. Нету варианта продолжение атаки у Абласова. Пришлось притормозить. Дармаков чуть было мяч не потерял. Легион продолжает атаковать. Андрианов пас в штрафную. Слишком сильно не успеет к этой передаче Максим Ларин. Но по геометрии все неплохо разыграли легионеры. Но вновь до голевой ситуации дело не довели. Тыняный. Рукой себе подыграл Андрей Тыняный. Не укрылось это от глаз главного арбитра встречи. Остановил он игру, но и справедливости ради не удалось забить динамовцам в этом эпизоде. Мяч после выстрела полузащитника в сетку не попал. Длинный вынос от Александра Дементьева. Кирилл Орлов выигрывает и верховое единоборство у Виталия Абласова. И вновь нерасчетливая передача приводит к потере мяча динамовцами. Седов. И фолит Александр Седов. И желтую карточку за это получает. Срывая контратаку соперника. И вместо своего наступления
где он получает желтую карточку. А время-то на самом деле все быстрее приближается к своему логичному завершению. Евгений Корнилов сейчас подарил момент Легиону, но не удалось Попину Казаряну воспользоваться ошибкой соперника. Вообще ошибок сегодня действительно много. Несмотря на то, что встречаются две действительно классных команды, все-таки, уже не знаю в который раз за сегодняшний эфир я это скажу, погодные условия вносят свои коррективы, и как раз-таки много ошибок из-за того, что иной отскок мяча, по-другому приходится перемещаться по скользкому газону. Ну и смею предположить, что с течением хода встречи и само сцепление с газоном немножко меняется. Вот по нашей картинке можно как раз-таки смотреть, как инеем покрывается поле стадиона на Флотской. Этот угловой также не приносит дивидендов динамовцам. Удар получился выше ворот. Ну и на 10-й минуте второго тайма динамовцы вновь делают перестановки в составе. Как и в первом тайме, проводя сразу двойную замену. Ну, видимо, еще до начала матча все обсудили футболисты, потому что, вот честно признаюсь, я никакого подсказа ни от кого не слышал, что нужно провести замену. Ну и действительно, пока игра проходит под контролем «Динамо», понятное дело, что для спокойного завершения поединка по-хорошему было бы неплохо забить еще один гол. Но и 1-0 это тоже победа. Тем более, что с таким счетом бело-голубые у Легиона выигрывали в своей истории. Тогда, правда, единственный гол забил Аркадий Мреков, которого сегодня в заявке нет. Еще один фол вновь нарушает правила легионеры. На этот раз без желтой карточки. Заканчивается эпизод. Ну и хорошая точка для удара. Опять-таки, может быть и далековато до ворот Александра Дементьева. Но в такой ситуации любой стандарт — это действительно стоящая опасность. Но не в этот раз. Сегодня стандарты действительно не идут у динамовцев. Достаточное количество уже подали и разыграли номинальные гости. Пока ни один из них еще не удалось конвертировать в гол. А вот это уже поинтереснее. Удар с лету, хлесткий, но вновь чуть-чуть неточный. Опять игра немножко у нас подуспокоилась. Говорили мы о том, насколько высока цена ошибки во всех матчах второй части чемпионата. Да, с одной стороны, поражение в одном-двух поединках еще ничего не означает в плане перспектив команды в борьбе. Но с точки зрения иной, понятное дело, что в подобной ситуации рисковать и раскрываться «Динамо», понятное дело, не будет. Хотя вот, например, в первой части сезона можно было бы предположить, что в такой вот ситуации за 17 с небольшим минут до конца «Динамо» бы побежало добивать своего соперника. Сейчас же больше думает о том, как бы довести матч до победы. Хотя, понятное дело, нельзя сказать, будто бы динамовцы закрылись в обороне и поставили автобус. Напротив, защищаться, понятное дело, приходится больше андердогу. Ну вот в концовке поединка, если счет останется неизменным, почти уверен я, финальный штурм в исполнении легионеров мы с вами увидим. Ну а пока
мы увидим очередной стандарт, очередной угловой от левой бровки. Не спеша динамовцы отправляются его разыгрывать. Все футболисты, за исключением Корнилова, в штрафной или около нее. И на этот раз все-таки дело завершается голом. И его автором становится, насколько я понимаю, Дмитрий Голышев. Именно он там в суматохе продавил своего оппонента и отправил мяч в сетку. 2-0 на 44-й минуте становится счет. И, конечно же, не хотелось бы мне сказать, что это приговор для команды Александра Седова. Но теперь за 16 минут до конца необходимо раскрываться и идти вперед большими силами в надежде вырвать ничью. А это будет сделать, ой, как непросто, ведь даже ЦДК всего лишь однажды забила в ворота Игоря Гришина на прошлой неделе. Вновь в атаке Динамо. На этот раз дело до удара не доходит. Легионеры надежны на своей половине поля. И угрозу от ворот отвели. Два-ноль у нас позади уже. Экватор второго тайма. Голы Андрея Тынянова и Дмитрия Голышева позволяют динамосам комфортно вести в счете. И за третьим голом отправляются бело-голубые. Вот он момент, но выручает Александр Дементьев свою команду, оставляя ее в игре. Забей, Динамо сейчас третий гол. И, наверное, можно было бы говорить, что исход этой встречи уже абсолютно ясен. Очередной фол. И это точка уже для Ильи Чижикова, признанного мастера стандартных положений, если дело идет о прямом ударе с левой ноги. Это, конечно же, точка прямо для него. Хотя и Дмитрий Голышев, насколько я понимаю, хочет пробить по статичному мячу, но бьет Чижиков, бьет совсем уж неудачно. Не удалось поднять мяч на нужную высоту и застрял снаряд в сетке. Возможно, все-таки и стоило Голышеву попробовать пробить в этом эпизоде. Ларин играет назад. Неруков уходит на скорости от Кирилла Орлова и начинает атаку своей команды. Но вот с Попином Казаряном очень плотно действуют защитники динамовцев. Неудивительно, что так мало с мячом встречается центр форвард Легиона. Дальний удар от Игоря Дармакова. Вступает в игру Игорь Гришин. Не замерз голкипер в собственной вратарской. Да, действительно, работа у него была не так. Thank you.
с мячом динамовцы. Контролируют мяч бело-голубые на чужой половине поля. Но ни к чему опасному это не приводит. Затягивают как могут бело-голубые время. Как и, наверное, любой коллектив подобной ситуации. Естественно, это вызывает определенное неудовольствие у соперника. Вопрошают они у арбитра, компенсирует ли он командам неигровые остановки. Но думаю, что-то Максим Каплин, безусловно, добавит к основному времени этого матча. Не думаю, что действительно много неигровых пауз действительно было не в таком большом количестве. Ну а как нам всем известно, за замены и прочие игровые остановки обычно арбитры командам время не компенсируют, согласно правилам футбола 8 на 8. Казарян прессингует оппонента на его половине поля. Удается высокий прессинг красно-серым в этом эпизоде. И Евгений Корнилов выбил мяч в аут. Ну а здесь нарушение правил уже со стороны динамовцев. Фиксирует фол рефери. И вот этот вот стандарт, это, безусловно, та самая возможность, которая так была нужна «Легиону». Если не получается забить с игры, то, понятное дело, нужно пробовать как-то со стандарта. Туда мяч заковырять опасно. Это защитник, между прочим, подставлял свою голову, выбивая мяч из створа. Могло получиться не так удачно, и вряд ли бы Игорь Гришин там сумел выручить свою команду. Ну а этот финт по пину Казаряну не удался. Упустил он мяч за лицевую линию. И динамовцы уже разыграли удар от ворот. Корнилов играет налево. Чижиков в одно касание переадресовал мяч дальше, но там никого из партнеров не оказалось. Первым на мяче оказался именно легионер. Но достаточно быстро себе динамовцы мяч вернули. Ну а Игорь Драмаков в этом эпизоде правила нарушил. Штрафной динамовцы заработали. Подсказывает Игорь Гришин, что не нужно спешить. И действительно, этот совет оказывается стоящим, потому как, разыграв мяч и проведя размеренную атаку, динамовцы третий гол в сегодняшнем матче забивают. Окончательно снимая все вопросы о победителе этого противостояния. 3-0, 53-я минута. И, наверное, уже можно потихоньку подводить итоги этого поединка. Думаю, что даже самые ярые поклонники легионеров согласятся, что за 6 минут отыграть 3 мяча у такого «Динамо» вряд ли удастся. Ну а в следующем туре, который, между прочим, начнется уже завтра здесь, на Флотской, динамовцы сыграют с «Гефестом». Этот матч состоится в воскресенье в 17:50. Мы его, безусловно, покажем в прямом эфире. Ну а в 19:00 еще одна прямая трансляция. «Легион» сразу по окончанию противостояния динамовцев и античных сыграет с «Невой».
И учитывая результаты стартовых двух туров, получается, что встретятся две команды, единственные две команды, которые по итогам стартовых двух уикендов не сумели набрать очков в подгруппе А высшего дивизиона. Ну а динамовцы, побеждая сегодня, сравниваются по очкам с Интером. Но по дополнительным показателям, понятное дело, Нарадзуре сильно впереди благодаря крупной виктории над Невой. Тем не менее, несмотря на разгромный счет, который, наверное, еще сегодня может измениться, Легион произвел достаточно цельное впечатление. Да, команда уступила. Уступила крупно и с сухим счетом. Пока сухим, но вплоть вот до того момента, когда пришлось красно-серым раскрываться куда сильнее, чтобы отыграть вот этот вот самый пропущенный гол в дебюте, в целом удавалось легионерам сдерживать атаки соперника. Но в конечном счете класс динамовцев все-таки сказался. И после розыгрыша углового Дмитрий Голышев отличился, продавив Александра Седова. Ну а затем и третий гол состоялся. Вот так вот я пожурил немножко динамовцев, что у них сегодня много стандартов и не забивают они их. А в конечном счете именно после двух стандартных положений, штрафного и углового, два гола в конечном итоге бело-голубые и провели. Тняный получает передачу в центре поля. Вот уходит от подката Виталия Обласова. Катит мяч направо. Еще один момент. Удар. Блокирует выстрел Вячеслав Андрианов. А затем еще и в отбор вступает. Отбирает мяч. Тащит снаряд к чужим воротам. И выигрывает скорость у оппонента. Прострел. Момент. И не забивают легионеры. Хорошая атака удалась хозяевам поля. На дальней штанге пытался там замкнуть прострел Александр Седов, но не дотянулся до мяча. Ну а у нас пауза. Очередная замена. Это уже, безусловно, тактические игры от динамовцев. Хотя, понятное дело, никто при счете 3-0 тянуть время не будет. Обласов играет на Седова. Тот прокидывает мяч мимо Кирилла Орлова. Ну а Максим Каплин не фиксирует нарушение правил на Папине Казаряне. В атаке динамовцы. Левым флангом атакуют бело-голубые. Прострел от Чижикова, но здесь Дементьев надежен. Дермаков укрывает мяч корпусом и стягивает на себя сразу двух оппонентов. Но это фол. Это фол. Досталось Белокрылову. Пытался он до последнего устоять на ногах. Сделать это не удалось. Быстро разыграли мяч легионеры. И лучше бы они этого не делали. Подарил буквально мяч сопернику Игорь Дермаков. Недопонимание между защитником легиона и двумя атакующими футболистами возникло. Контролирует мяч Динамо на своей половине поля. Вот только сейчас переходит на чужую половину. Ну и легион небольшим числом там прессингует на самом деле. Поэтому динамовцы спокойно так мяч и контролировали. Заключительная минута этого поединка начала свой отсчет. Учитывая счет, который сейчас на табло, не думаю, что главный арбитр встречи что-то командам компенсирует. И, возможно, за последней атакой мы с вами сейчас понаблюдаем. Седов
на бровке принимает мяч, катит налево, но здесь лишь Андрей Тыняный на эту передачу откликался. Папин Казарян, вряд ли тот футболист, кому этот ассист предназначался. Но в итоге без какого-либо труда динамовцы мяч отобрали. И похоже, что не особо-то они горят желанием идти в наступление. Орлов поднимает мяч над полем. Нет, прошу прощения, это не Кирилл Орлов был. Казаряна, передача не проходит. Она на пути мяча оказался Виталий Абласов. И словно квинтэссенция сегодняшней встречи, сразу по окончанию этого эпизода главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о том, что «Динамо» со счетом 3-0 побеждает в сегодняшнем противостоянии. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте будем прощаться. Для вас сегодняшнюю встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. Надеюсь, не помешал вам наблюдать за игрой. Встретимся на полях Северной Лиги. В воскресенье нас ждет сразу 3 прямых трансляции. Обязательно подключайтесь на них. И на этой ноте говорю вам до свидания.